Круз, берегись! Отличный выстрел, сынок. Спасибо. Не за что. Вы в порядке, слава богу. Что случилось? Где ваш отец? Он в больнице. Мы уходим через несколько минут. Круз. Кажется, они спят. Мне показалось, или Круз подал тебе какой-то сигнал, когда они с Риком уезжали в больницу? Ты хорошо нас изучила. Думаю, он хотел, чтобы я поехала с ним, но я притворилась, что не поняла. Почему? Я бы посидела с детьми. У меня были причины. Мужчинам Кастильо нужно во всем разобраться, и будет лучше, если жены присутствовать не будут. Все зашло слишком далеко. Рик спас Крузу жизнь. Он тебе нравится? Рик? Скажем так, я его понимаю. Хотела бы я сказать то же самое. Он напоминает меня пару жизней назад. Чем? Всегда храбрится. Всегда боится своих чувств. Возможно, он нравится тебе больше, чем я думала. Нет, я его понимаю и ничего больше. Тебе удалось многое преодолеть. И посмотри, ты превратилась в сильную, красивую женщину. Отличное сочетание. Да. У меня был хороший учитель. Да. Как ты себя чувствуешь? Отлично. Лучше, чем Маргарита. Доктор сказал, что тебя скоро выпишут. Да, мне говорили. Мы поговорим с администрацией отеля, чтобы тебе разрешили работать и дальше. Рик, сделай мне одолжение. Я хотел бы поговорить с твоим братом наедине. Да, нет проблем. Куда все ушли? Круз повел отца на какое-то обследование. Его надо сделать срочно. Понятно. А тебя Иден прислала сюда составить мне компанию, пока происходит примирение другого сына с отцом. Мы снова играем в бедного родственника, да? А тебе не приходило в голову, что ты сам в этом виноват? Не думай, что ты хорошо меня знаешь, Келли. Ты ничего обо мне не знаешь. Я знаю намного больше, чем тебе кажется, Рик. Я очень проницательный человек. Я могу многое увидеть. Неужели? Хочешь сказать, что у тебя вместо глаз рентгеновские лучи, для которых не существует преград? В Париже они меня не подвели. Я сразу же разгадала, что ты за человек. И, по-моему, тебе хочется, чтобы я снова это увидела. Почему это тебя волнует? Это важно для Круза. А он муж моей сестры. Опять ты говоришь о семье. А как насчет тебя, Келли? Мы кое-кого принесли к тебе. Их двое. Она красавица. Адриана и Чип. Я так горд.
Я говорил с людьми из иммиграционной службы. Понадобится около 2 недель на оформление бумаг, а затем ты сможешь вернуться в Штаты. Вообще-то мы только что говорили об этом, да, Рик? Мы хотим, чтобы ты вернулся в Санта-Барбару. Не знаю. Подумайте о вашей матери. Думаю, она не будет против. Она готова к вашему возвращению. Кармансида тоже придет навестить тебя. Ты всегда показывал свои фокусы. Наверное, у них что-то есть, раз ты чуть не умер из сына. Кое-что есть, я расскажу вам. Значит, вы приедете? Конечно. Как все просто. Стоило Крузу попросить, и ты тут же согласился. Мне ты такого никогда не говорил. Ты никогда не просил меня? Возможно, потому что не ожидал получить ответ. Твой сын Круз. Это за ним ты наблюдал все эти годы. В твоей спальне стоит целая коробка с вырезками из газет, посвященных ему. Прошу тебя, я не знаю, что сказать на это. Пожалуйста. Все в порядке, я уже давно это пережил. Послушай, может, причина не в коробке с газетными вырезками, а в тебе? Ты же сам исчез, помнишь? Ты помнишь? Я никогда не переставал интересоваться, где ты, что ты делаешь, но я не смог ничего о тебе узнать. Потому что я задумывал преступление. Так же, как и я. Знаешь, что забавно? В конце концов, ты ведь оставил мне кое-что. Я оставил тебе гораздо больше, Рик. Теперь, когда мы одни, я хочу попросить тебя об услуге. В чем дело? На побережье есть маленькая рыбацкая деревушка. Она называется Пайдала Квеста. Там живет один человек, Пабло. Он рыбак. Там его все знают. Я оставил у него на хранение конверт. Ты принесешь его мне? И что тогда? Не открывай его. А спрячь в безопасном месте и никому не говори. Почему ты не попросил Круза? Он же у нас бывший секретный агент. Я хочу, чтобы это сделал ты, сынок. Конечно, мы же семья. Привет. Вам лучше? Увидев такую прекрасную сеньориту, я вмиг поправился. Теперь я знаю, от кого у мужчин Кастильо такое обаяние. Я зашла узнать, не нужно ли отвезти тебя в отель. Нет. А сколько у тебя бензина?